Всем привет, с вами Серлат. Это продолжение прохождения PS Ragnarok Стальной Гидой. И оказывается, меня купили за 70 миллионов. Это круть. Я, можно так даже сказать, польщен. Ну что ж, начинаем матч против Атлетико Мадрид. Первый матч за Малагу. У нас на воротах пул почему-то. Это очень странно. Ну ладно. Есть Иско, есть Измаил и нападающий Рандон. Тех, кого я хорошо знаю. К счастью, нету Фалькао у Атлетико Мадрид, поэтому есть все шансы победить. Ну что ж, начинаем. Хотя лучше поставить эту форму. Может, что я так хочу. Что у меня совершенно нет голоса записывать, но я хочу поиграть. За мало, ужасно хочу. Снова надпись ЮНЕСКО. Я не хочу сесть 17 номер, если честно. Хочу снова первый, но, скорее всего, заполучить его не смогу. Ну что ж, буду действовать, как говорил, от защиты, часто. Отлично. Но и в нападении тоже буду бывать, причем часто. Да, будет непривычно без своей скорости передвигаться, но что же. Давай, давай, давай. Ну, куда ж ты? Ну, а пас нельзя было дать. Нужно было обязательно пробить, да? Отлично. Дай мне. Мне дай. Что совсем не хотят игроки пасоваться, это меня бесит. Блин. Я хочу, чтобы они мне дали хоть один пас. Да уж. Окей, 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 ребята. Я вам это припомню. Ну, хоть ты дай. Совершенно не хотят, я ж впереди. Ну, конечно, хоть один смог. Подуматься, что лучше дать пас мне. Ладно, сами играйте. Я побегаю тут. Мне отлично. Окей. Да, непривычно опять же играть на новый клуб, но ничего, привыкнув к их игре. Отлично. Ну давай, навешивай. И почему-то мой игрок даже не прыгнул. А, сайт. Ага, ну сайт, обидно. Но все равно прыгнуть можно было. Ради интереса. Забью или нет. Отлично. Замечательно. Давайте, ребята. Может ли он головой пробить? Мне аж интересно. Ну-ну-ну-ну. Ах. Неудачное место я выбрал, конечно. Ай-яй. Нет, буду в защите действовать. Или нет. Буду жать нападение. Записываю утром. Очень много болею. Но опять же, я очень уже хочу поиграть за малого. Нужно было поставиться, чтобы заработать карточку. Но было бы не совсем это красиво. Милого. Ой-ой, сейчас будет опасно. Ничего страшного, справились, ребята. Все-таки это Кубок Испании, и Кубок Испании очень престижен. Конечно, не настолько он важен, как Лига. Но все же хотелось бы хоть что-то завоевать с этой командой. Свисток. И в гостях мы пока играем в ничью. Что довольно-таки неплохо. Второй тайм. Ой-ой. Сразу двоих игроков. Лол. Отдал пас, как обычно. Не, ну это смешно выглядит. Все-таки.
Ну-ну. Ой-ой. Отлично. Успела дать пас. Молодец. Давай дальше, седьмой номер. Еще один седьмой номер. Ну, пробить. Ай-яй-яй. Что это был за бред только что? Я вообще ничего не понял. Но пас был потрясающий. Действительно. Это мой игрок уже. И сразу пробил, как обычно. Сейчас запорол атаку. Довольно-таки хорошая. Отлично. Фалькао я еще не наблюдаю. И это хорошо. Давай-давай. А случайно это не диско? Ты не посмотрел номер? Отлично, прессинг сработал. Это не может не радовать. Давай. Ой-ой, и сейчас снова будет желтая, но на этот раз Монреалю. И он тоже хотел отдать пас. О, фан выходит. Это Пунана. И это удивительно, потому что Палька очень хорош. Атлетик. О, отлично. Милва. Чем Билла против меня хочется играть. Ой-ой. Да, тут уже развороты на таком уровне не действуют особо. Это даже интересно. Нужно тренироваться. Играть теперь уже на этом уровне. Ай-яй. Хотя не сработало. Прикольно. Очень даже прикольно. Отлично. Держи, Иско. Или кто это? Блин. Что за бред? Я ничего не понял. Ну, хотя бы заработали желтую карточку. Я вообще не могу. Нужно посмотреть, как тут Иско выглядит, а то... Я по прическе постоянно смотрю. Сейчас буду пробивать 100%. Ай-яй. К сожалению, стенка. Хорошо сыграла. Отлично. Держи. Если что, я тут. Супер. Разворот. И пробить вообще не смог, хоть я нажал. Да, кальций мой игрок себя ведет на более сложном уровне сложности. Хотя я защиту увеличил. Хоть и не часто там бываю. Ну, прыгнуть нельзя было, что ли. Да, этот матч явно не завоюет. Точнее, после этого матча я явно не завоюю доверие тренера. Хотя, возможно, все. Я все-таки выложился на все 100, на мой взгляд. Мог, конечно, и лучше, но не вышло. Ну, ничья нас вполне устраивает, потому что мы играем в гостях. И все. Свисток, 0-0. И лучший игрок матча. Защитник Атлетико Мадрид. У меня рейтинг тоже 7-0. Я не лучше, но хоть показал хорошо себя, судя по рейтингу. Хоть и не добил. Барселона тем временем дома побеждает 1-0 Сосуну. Валенсия 5-0 Севилью. И Хетафе проигрывает 0-2 Реалу Мадриду. Да, обидно за Сосуну. Что ж поделать. Мне ничего совершенно не хотят говорить. Ну ладно. Я не против особенно. Так, второй матч. Я не знаю, это кубок или обычная игра. Все-таки это кубок. Я включил стартовый состав. А, хорошо. Это очень даже хорошо. Так, и вот что я хотел сделать. Моя команда, список участников, иск. Так, 24 года. Это мне не очень интересно. Уже так даже. Иско. Это матч не будет, у него 22 номер все-таки, да.
Хорошо, теперь буду знать. Ну, на этом все. Увидимся.